Tibiave! Ibi manere! Alice, Evie! Si piave! Ibi manere! Si calche capisci!
Si sei! Sei tu! E non muovere! Хотите сеять смуту, Зевс?
Сделай что-нибудь. Судьба основателя в опасности. Люди, прекратите сеять смуту. Зевс хранит основателя. Ты ведь защитник. Сделай что-нибудь. Судьба основателя в опасности. Люди, прекратите сеять смуту. Зевс хранит основателя. Сделай что-нибудь. Судьба основателя в опасности. Уран вулимити миханасте ина эксельтис. Люди, прекратите сеять смуту. Зевс хранит основателя. Филокит, прошу. Ты ведь защитник. Сделай что. Ой, тис мейзонос афросинис. Сделай что-нибудь. Судьба основателя в опасности. Я вовсе не Филокит. Я Меджай.
Ах да, как же я не заметил. Народ не понимает, что наши римские друзья не терпят уличных беспорядков. Чем недовольны люди? Они переживают за основателя, великого Батта. Центурион запер гробницу, поговаривают, он осквернил останки, оставил послание на двери и ушел обратно в Акрополь. Прошу, кто-то должен разобраться, не привлекая внимания римлян. И если этот кто-то о чем-то узнает, я буду ждать здесь, и я с радостью помогу. Мурия спасти пазма татутанки. Му эне в хорошу. Пазм. Ти плеон мелюс и уро. Дэсэр хау эсхуле. Хомин эстен. Харе кенти эна хамэн хоя. Му эне в хорошу. Греки тоже чтут покой своих мертвецов. И теперь страдают, как и мы. Пусто. Глупость и вино – очень опасное сочетание. В гробнице все вверх дном. Римляне явно что-то искали. Неужели римляне не чтут мертвых? Чего-то не хватает. Сокровища, с которыми похоронили основателя. Нет лука и медальона. Римляне, кучка проклятых мародеров. Теперь греки знают, каково было египтянам, когда их земли, их богов, их могилы и реликвии оскверняли враги. Идиоти. Оран вулими ти михана.
Manaste. Надо действовать аккуратно. Налите Иви! Должно быть, это лук Бата. Медальон Бата. Жрец будет рад возвращению реликвий.
Ιδιώτην, όραν που λυμίτη μηχανές δεν είναι αξελεύθεις. Voilà. Thank you.
Систе! Не тру! Эднон мовере! Станте! Мора! Кламе, сну, сау! Куна, сум трика! Иби аве! Иби манере! Но листе иви! Ibi ave! Ibi manere! Stante! Siste! Ne tu! Et non movere! Lames! Kula su! Oh! Nolite Ivi! Go! Ocis non bonum! Quid agis! Non movere! Non liste, Ivi! Del sanguinum, a sepulcrum! Pantheon, quid agatur?
Stande! Voilà! Non l'inte ivi! Ti piave! Percutiamo, Seon! Si sei! E tabo vos in consumationem! Tutti sangue! Non l'inte ivi! Venidin! Pidamitas! Inferno! Si stai! Ne tu! E non muovere! Quid accidit? Quid agatur in caelo nomen? Лоха, я рассказала тебе сестре, и она тут же забыла про Диокла. Смотрите все, это блоха Кирены! Ты симван, педес! Лексон, лексон! Oh.
Oui. Bon. Твои подозрения подтвердились. Римляне украли сокровища Батта. Реликвии у тебя? Ага. К ним отнеслись без почтения. Грязные осквернители. Я сохраню медальон Батта. По легенде, его потеря навлечет на нас беды. А лук? Пусть он снова служит во благо Киренаики. Прошу, возьми его. Может, ты научишь римлян чтить покой мертвых. Ха, буду рад. Тебя послал нам основатель. До встречи, Миджай. Об одной из загадки в Акрополе в Кирене. Я зачистил почти весь Акрополь. Тут задача, видите, собрать три из четырех сокровищ, четыре сокровища. Собственно, три находятся стандартным образом. Они разбросаны в домиках и легко находятся, короче говоря. Вот. Последнее сокровище находится где-то под Акрополем. Так, сейчас я ее найду. Вот, вот эта метка. Вот она, 62 метра. Но видите, она под Акрополем. Я здесь излазил... Уже каждый уголок перебил почти весь гарнизон, кроме стены. Нет, и все. Уже во все дома залез. Никаких подземных пещер, ничего сена не показывает. Значит, где же все-таки находится вход? Я, кажется, его нашел, теперь хочу показать его вам. Значит, вход находится вот в этом здании. То есть, еще раз, вот Акрополь. И вот, вот это вот здание, в которое вам нужно зайти. Здание с... Morias paraske vazma da tu danes meno. Nunes hede. Увидят, сразу накинутся.
Ой, ты змиженос Афросинис. О. Ой, ты змиженос Афросинис. Баек! Мышь? Они меня казнят! Заткнись! Ты виновен в убийстве! Они взяли не того! Я чист, словно младенец! В какую западню он снова угодил? Держись, мышь! Фему! Ебату! Кипраксу! Сенцанквинум! Ассепулкрум! Кайон им фигин ту докимазин тис мирас тис εμείς! Ο Θεοί! Ο πιασίχης εις διαφωνοκάθετος! Απα, παιδίαν! Τι βγαίνουνε! Закрой рот, а не то помогу! Μόριας παρασκευά. Εγώ αστένταμ τίπι το λόρ. Σύγεται άπαντες. Τίπι άβε. Ότι σε αυτό. Спасибо, Баек. Вытащи меня отсюда. Я ранен. Я виновен в убийстве. Я. Для меня жизнь превыше всего. Безусловно. Не волнуйся, угроза миновала. Спасибо тебе, Баек. Истинный убийца не пойман. Мои друзья в опасности. Успокойся. Расскажи все подробно, мышь. Я был в банях. Общался с приятелями, как вдруг ко мне подошли легионеры. Что ж ты их не отвадил? Им плевать. Обвинили меня в жестоком убийстве ростовщика Павла Аврелия. Нашли следы волос, но не моих. Мы встречались, да, но когда я уходил, он был вполне живой. Кутил, как обычно. Называй меня кем хочешь, но я не убийца. Все хорошо, мышь. Я тебе верю. Но поверят ли римляне, калеке и египтянину? Тише. Будь осторожен и жди меня в саду около храма Зевса. Возможно, в банях я смогу узнать что-то про убийцу. Убиамить! Дантей! Вола! Морьяс параскевазмата туданестин. Я знаю, что Сминтос не убивал. Нужно понять, кто виновен. Римляне решили закрыть бани. Поищу другой путь. Керавнеон вия! Тион туту эсти! Thank you.
Вот где произошло убийство. Труп перетащили. Нужно найти его. Щетка вся в крови. Неужто ей убили? Рассыпанные бусины. Кто-то порвал ожерелье. Неужели Аврелий боролся с женщиной? Булавка с платья? Может, убийца женщина? Рыжая, но это конский волос. Может, от парика? Вот почему они обвинили Сминтоса. Ego ostendam tibi dolor! Professores tutus, non diu! Sister! Detro! Sic! Recuri ad mulierum terras! State! Hola! Eteum perderet! Stecore, quid acidit? Quia deserta et caput tua? Non lite ibi? Чую запах смерти. И чего-то еще. Духов? А ты что расскажешь, Павел Аврелий? Кажется, у него что-то во рту. Записка? Я избавлю Кирену от гедонистов. В следующем акте падет величайший актер Кирены. Метробий. Тут есть подпись. Веста? Веста, Веста. Чем тебе не угодили гедонисты? Надо найти актера прежде, чем это сделает убийца. Фан будет потрясен, если актер пострадает.